сидели в этой комнате? Нет, детей увезли. Не увезли, говорит, там бы сидели. Отвезли детей, говорит, никого не было. Ну, только что прилетело. Вот так вот только что людям прилетело. Слава богу, никто не погиб. Да, а что вы зайдите? Можно, да? Ну а что? Вы живые, самое главное. Уже можно. Мужики, детей сегодня отвезли, двоих пацанов. Слава богу. 8 и 4 года. Реально говорю, не понимаю, справа, слева, где пизда, все нахуй. Что ты, ну давай, говорит, покурим, говорю, ну давай покурим его. Сдавайся, блядь! Мужики, без хуйни, отвечаю. Без хуйни, все будет окей. Бегом, бегом, марш! Да, пацаны, быстрее, потому что занялся. Братан, окажу помощь, базарю. Только надо дойти, потому что сейчас ваша жена себя разъебашит. Отделение вы? Ну, конечно, передавили нахуй, ну все. Тошник. У вас? А тут вы сколько получаете? 200 тысяч рублей. Сейчас. Не платят? А что так? Опять по 6 месяцев не платят ничего. Мясо, да, мы уже поняли. Ну а вы как бы, ну, вы за деньги, типа. В принципе, кому совсем хуёво, я еще раз говорю. Совсем хуёво. Показывай. Снимай. Ствол мой у кого? Заберешь? Да, я снимаю ствол. Я уезжаю? Да, да. Так, пизда.